15 лет – значительный возраст для человека, но совсем юный для музея. Однако выставочный центр «Самара Космическая» за это время прошел немалый путь и превратился в одно из знаковых мест города, посещение которого – must-have для туристов. Я всегда сравниваю даже с храмом. Храм надо намолить, так и музей, он должен быть овеян любовью. Аура в музее есть, есть колоссальные изменения за 15 лет. И ну, самое главное, конечно, это коллектив единомышленников. Когда этот коллектив единомышленников есть, тогда можно работать, тогда можно достигать каких-то все-таки целей. Юбилейный год будет наполнен сюрпризами, говорят работники музея. Здесь подготовили целый цикл событий. Первая – презентация приключенческой игры «От Самары до МКС». Игра состоит из двух частей. Сначала школьники получают информацию об экспонатах, затем они должны выполнить 12 заданий. В итоге участники получают памятные сувениры. Игра рассчитана на детей 11-13 лет. Ну, например, дети узнают, как устроена ракета. Они узнают, как устроен быт космонавтов. Они узнают информацию об исторических личностях, которые внесли вклад в развитие ракетостроения, в том числе и Куйбышевского. Нам сказали, что мы один класс, который идем сюда. Мы очень хотели побывать здесь. Мне очень понравилось вообще, как тут все обустроено. Нам тут рассказывают про разные спутники, как они существовали, как они появились. Попасть на квест можно только по предварительной записи. Самарские школы восприняли такую возможность с энтузиазмом. На ближайший месяц все игры уже расписаны. Мария Левина, Максим Гусев. События.